Подскажите нам, пожалуйста, что это сейчас делается? Обрезают электрические провода, незаконно подключенные. А, незаконно подключенные. А вот этот прошлый незаконно подключенный? В данный момент делаем заземление, потом пойдем отключать тех, у кого нет договоров на электроподключение. Вы будете прямо отключать сразу, зимой? Прямо зимой отключать. Прямо разве так делается? В новогодние праздники с понижением температур увеличилось потребление электрической энергии более чем в 1.5 раза. Нагрузка превысила допустимые нормы, но это привело к тому, что выгорело оборудование. Выявили бездоговорное потребление. Эта улица давно нам известна, ну и каждый год работаем с ней. Здесь обозначены все фактические подключения, в том числе законные и незаконные. Незаконные у нас выделены цветом. Сегодня, да, от 15 самольных подключений будем действовать по обстановке. Бывает, ружьями угрожают, камнями кидают, палками. Люди, Ангар, вы что снимаете? Ну люди же разговаривают с ними. Вы что снимаете камеру? Нет, вы что снимаете? Уходите. Если вы сейчас отключите нас, так? Да. Вы нас отключите сейчас. Мы можем вам вот сейчас такую избучку сделать, но мы не хотим. Потому что, вы поймите нас, мы вас просим. Дайте нам время, и мы все сделаем. Давайте сделаем так. Мы поставим счетчики, счетчики, вот у кого нету их. И будет платить. И будет платить. Отметку ставьте, у кого нету, подожди, мы поставим. Подожди. А, ну подумайте сами, у них грудные дети, их кормить надо, все. А без энергии что получится? Раньше мы жили в палатках, да, не было нас. Ну сейчас же мы в домах. Вы бы хоть чем-то предупреждали людей, чтобы обняли дрова нарубили. Заранее бы предупредили бы заранее. Все взрослые люди. Почему они снова подключаются? Это просто сделать технически, да? Это не просто. Должны быть навыки у человека, который производит эти подключения. Должно быть некоторое оборудование, то есть страховочный пояс, когти для того, чтобы на деревянные опоры подниматься. Но я думаю, что за долгие годы проживания здесь они имеют и получили и навыки, и обзавелись инструментами, необходимыми для этого. Через сколько они снова будут подключены? Все зависит от того, насколько загружен, видимо, вот этот товарищ, который подключает их, эти дома. Денег нет заплатить за свет? Нет, у тебя есть, дай мне, пожалуйста. Ну, здрасте, я работаю, вы тоже. Ну, годите, вы мне задаете нету. Такие вопросы. Дайте, пожалуйста, деньги, я заплачу. А у меня 12 внуков. 6 детей. Где мне взять эти деньги? Работать не пробовали? Пробовал, не берут меня никто. Вот вас взяли на работу, вот вы счастливые. Снимаешь мне. Скажите, а подключаетесь как? Сами или кого-то как нанимаете? Сами? Вот ребята приходят подключать нас. Вот эти же? Да, вот эти же.